юмор. Давайте познакомимся. Как зовут? Артур. Так. Света. Саша. Класс. Да. Первый раз в Екатеринбурге? Нет, честно, нет. Так, хорошо. Какое место вам больше всего нравится в городе Екатеринбург? Ну, мы приехали ночью, так особо не освоились пока. Mm-hmm. Ну, номерок ничего, в котором нас заселили, в целом ожидали. Так. Номерок, так. Да, это плацкарт. Да, недалеко. Смотрите, в принципе, чего вы ждете от этого фестиваля, хотелось бы узнать. Вот вы приехали, вас очень классно встречают, вы уже познакомились с многими командами. Вы что хотите получить? Отжига. Отжига? Да. Орать будем, орать, как ты просил. Да, надо орать, надо веселиться, и поверьте мне, жители города Екатеринбург вам в хорошем смысле в этом помогут. Ну что, во что будем играть? Формат называется «Озвучка». Так, что нам для этого надо? Два актера будут говорить на существующем каком-то иностранном языке, да, не знаю, все. Угу. И в жанре какого-либо фильма, который мы с вами выбили. Угу. Давайте помочь, Александр. Да, соответственно, третий актер будет заниматься озвучкой, то есть я, вот, и комментирую все, что будет происходить на сцене. Так, давайте выберем для начала язык, правильно? Да. Какой язык вы не знаете, кроме русского? Испанский. Какой тибетский? Чешский. Чешский. Как вам чешский? Или польский. Да. Вот, да, нравится? Смысл остался. Все, отлично. А жанр фильма, пожалуйста. Мелодрама. О-о-о. Еще. Боевик. Фантастика. Фантастика. И последний. Эротика. Эротика. Как бы постепенно начинает заражаться этот уголочек триллер. Эротикой. Триллер. Сначала один, потом все. Подождите, спокойно. Триллер. Я понял, триллер. Это в принципе образ жизни твой, триллер, да, я понял. Так, мне нравится в принципе все то, что перечислили наши многоуважаемые зрители. Но как вам ужасы? То есть нет? Ну, нет, нормально. Да, нормально? Да. Итак, чешский, ужасы, место, проблему, локацию, что нужно? Слово. Любое слово. Для вдохновения, да. Мозги! Мужчина, замечательно, в очках, скажите, пожалуйста. Еда. Я бы так поверила. Слово «еда». Поехали. Да, синтезатор, правильно? Да. Юр, если ты здесь, нажми любую кнопку на синтезаторе. Все, отлично, у вас есть музыкальное сопровождение. Поехали. Че, Марта, привет, как дела? Смысл косла, сусла. Что-то я запоздал немножко, тут что-то появилось. Сэр торт, ты сидя. Посмотри-ка вот на это вот именинный торт. Сосопо. Господи, какой сочный. Сэр, у меня еще и свечки для него есть. По сюрпризу, наверное. Вот, для полного, да. Сэр. Зажги-ка. Протестирую. Сэр. Ну, давай. Сукопа. Ну, свечки, что-то так себе. Сэр, пару тест. Вообще-то нужно, да, взять еще и зажигалку. Сэр, пару. О, да, это как раз то, что я имел в виду. Угу. Слушай, а гостей будет только два? Серебро. Ну, в целом. Нормально? Сэр, день рождения еще не начался. Сэр, парень тоже добрый. Сэр, это сорты. Это лучший сорт чешской лагуны. О, сироп, сурдо. Ух ты, еще с пеночкой.
я пошутил. Да, сейчас, секунду. С высокого туса. Там месяц полный. 40 лет ты. Слушай, я прикрою окно, что-то дует. Высокого. Ты знаешь. Босок. Я все-таки решил поздравить тебя. Сервурт. Артуру. Я не знал, как это сказать. Астака Рама. Я делал этот тур для тебя. Итара. Но там есть. Привет! Сокол, Лиза. Послушай. Мы все проживем вместе. Все будет так, как ты хочешь. Хочешь свечки, хочешь флажки. И небо багровое. Сербальцор. Это так мило. Да. А ты пересор. А можно, пожалуйста, вот посмотреть туда? Вот эту комнату. Милая, посмотри. Посмотри. На этого чертенка. Как же я задолбался. Это ужас какой-то. Ох ты, боже. Теперь ты сидишь с этими щадьями, мама. Покажи. Господи, наконец-то я одна. Богоборы!